Социальные проблемы, противоречия и решения, с которыми приходится сталкиваться представителям четвертой власти, обсудили 22 марта на международной научно-образовательной конференции «Медиа и власть. Власть медиа». Мероприятие начало свою работу на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Мы собираемся уже второй год подряд. Более 100 участников заявлены с разных регионов, плюс Азербайджан и Республика Беларусь, Узбекистан и Таджикистан. На пленарном заседании выступил проректор по внешним связям Ленар Латыпов, отметив, что власть медиа неоспоримо велика. Будет интересно посмотреть, конечно, как они работают. Вот. И мне кажется, что вот та тема, которая вот задана, она тема очень важная для Казанского университета. Прежде всего, мы аналитику вырабатываем, мы подходы, значит, формируем. Открывая мероприятие, эксперт по проведению экспертизы информационной продукции обсудила со студентами информационную безопасность детства в условиях медиареальности. Также в ряды основных докладчиков вошли главные редакторы интернет-газет и порталов, представители Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ и многие другие. Эта конференция необходима для обобщения опыта и реалий, которые есть. Проблема в том, что непонятно, например, как современные телеграм-каналы, которые набирают популярность сегодня, их типологизировать. Что это? Это средства массовой информации. Или это социальные медиа. Но если это средства массовой информации, то они анонимны. И вот этим как раз обсуждение этих всех вопросов и будет посвящена данная конференция. Место проведения мероприятия также заслуживает отдельного внимания. Открытие конференции и пленарное заседание прошли в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ под прицелами видеокамер. Участники конференции отметили, что такая интерактивная аудитория, как ничто иное, является прекрасным местом для обсуждения вопросов развития современных медиа. Цель нашей конференции – обсудить проблемные вопросы, как взаимодействуют медиа и власть в сегодняшних реалиях. А особенно это интересно в разрезе социальных медиа, проблем взаимодействия, как молодежь влияет на социальные медиа, как власть коммуницирует и использует социальные медиа. Вот всем этим проблемным вопросам как раз посвящена наша конференция. Ну, кроме того, мы посмотрим, как интернет меняет политическую коммуникацию, как взаимодействует молодежь и как мобилизуются через социальные медиа. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.